У меня дома кличка Белка. И за время, пока в стране все было хорошо, я натащила так много всяких пузырьков в квартиру, что сейчас в трудные времена, вот что делали обычно русские женщины? Эту тряпочку я оставлю, а вдруг придут трудные времена. Этот пузыречек я не выброшу, вдруг придут трудные времена. У меня трудные времена пришли, у меня все намазанные, все в нужных тряпочках, у нас все хорошо. Красота в нашем доме стала привычкой. У меня супруг встает в 6 утра, чтобы побрызгать орхидеи. Мы все подходим для того, что они не пахнут, но они делают нам света в доме больше. Мы все в разных городах везем маленький отросточек в салфеточки, потому что надо, чтобы была красота. Она должна сажать, чтобы она цвела. И моя красота точно так же. У меня куча подружек, которые хотят ко мне прийти, поболтать и что-нибудь мне намазать, выщипать, покрасить. И это очень здорово, не всегда получается даже это. Но у меня есть дома все. Я купила, начиная от термоодеяла и всяких мазюк, которые можно намазаться, заканчивая парикмахерскими принадлежностями и всем для покраски волос. Наверное, если даже бы надо было закрыться, не знаю, года на два мне хватило бы всяких средств для того, чтобы я поддерживала свой внешний вид каждый раз так, как я его поддерживаю.